Ну, давай, делай. Мою Любочку ко мне привезли. Ненадолго, мой зайчик, мой родной. Вот. Ариша звонит, говорит, Максима, хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Конечно, хочу, хотя могу его не хотеть. Больше недели не видела. С дня рождения. А они сегодня проспали? Говорит, по делам надо съездить. Вот, Максюшка у меня. Ну что, пойдем кашку варить, зайчонок мой. А, зайчонок мой, пойдем варить кашку? Или ты будешь играть, пока я буду кашку варить? Ну, хорошо, я пойду тогда варить кашку. Максюшке сварила кашку, кашка стынет, а себе надо сварить чашечку кофе. Чашечку кофе надо сварить. Максюшка, не надо баловаться, зайка мой. Нашел игрушку. Игрушек твоих еще тут полно. Это моя игрушка. Твоя, конечно. Так, а что это? Кто-то там нам звонит. Принесли квитанцию, надо идти на почту. Не хочу, не пойду, я уже посмотрела, что там. И посылку принесли. Так, ты мешай кашку, чтобы она это самое остывала. Так, а я поставлю себе кофейку сварю. А то я сегодня кофе еще не пила. Уже. Горячий. Ой, будь здоров. Будь здоров, мой зайка. Будь здоров, мое солнышко. Горячая, наверное. Помешай ее. Помешай немножко, чтобы она остыла. Твоя любимая рисовая кашка. Мое солнышко, моя зайка. Проспали сегодня? Или специально не пошли в сад? Нет, проспали. А пустали в садик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы часто просыпаете что-то в садик? Часто тебя не будет. То маме лень, мама... А мама же сегодня к врачу идет. Она же сегодня, наверное, больничный... Записки сдавает. Сдавала анализы. Ну, так ей же это самое, наверное, сегодня уже закроют больничный. О, Пушка, этот шарик как кровь. Какой шарик? Красный как кровь. Какой мама. Шарик? Максюша, какой шарик? Этот, который на телефоне. На телефоне шарик? Где шарик на телефоне? Возле букв. А-а-а, моргает тут, что это самое? Моргает? Ты сидишь тут так. Тут шарик, как кровь. Зайчик ты мой. Зайчик ты мой, зайчик. Ой, кофточка, как кровь. Ну. Такая кофточка, не кровь. О, и шмяк. Шмяк на окно пришел. Да. Шмяк на окно пришел. О. Дома не хочет сидеть. Пришел, поел и на улицу. Теперь будет сидеть на окне и смотреть на нас. Дождь идет. Дождь сегодня идет. Вот. Вот так вот мы сегодня с Максюшкой. Вот так вот мы сегодня с Максюшкой. Зуб у тебя там еще не растет, зайка? Нет? Нет, без зубик. Без зубик. Ну ладно, давай, кушай. Не буду я это снимать, что-то кушай. Так, что-то у меня криво телефон стоит. Хотела не снимать, а Максюша говорит, нет, снимай, разговаривай со своими подписчиками. Нет, сказала, пока ты болтал со своими подписчиками, то кофе уже сделала. Убежала кофе? Нет, кофе не убежал. Не убежала, а уже... Да, уже сготовился. Уже сварился кофе. Кушай, мой золотой, кушай. Кушай, мое солнышко. Ты ей немножко помешай, чтобы она остыла. Покушай кашки, потом что-нибудь на обед будем делать. Я во рту чавкаю. Чавкаешь во рту? А ты не чавкай. Кушай, моя Любочка. Кошка. А.
Тебе видно в телефоне и меня. Тебе и меня. И даже кухню. Вырастешь, будешь тоже блогером. Скажешь папе, купи мне телефон. Машину купили, купи мне телефон. Я буду видео снимать. Да? Матюшка, когда я вырасту, куплю гоночную машину. А зачем она тебе? Матюшка, а чего у тебя глазик один меньше, другой больше? Тебя что, это самое, за глазик кто-нибудь укусил или что? Что у тебя такое? Чего у тебя один глазик прямо в это самое плачет? Или что у тебя такое? Просто я начинаю плакать. А чего ты начинаешь плакать? Потому что у меня зубик болит. Зубик болит? Зубик болит. А чего? Надо тогда тебя к врачу увезти, раз зубик болит. Он болит, перестанет. Тогда кушай кашку. Кушай кашку, потом пойдем займемся чем-то. Да. Мама тебе книжку прочла, которую я тебе подарила на день рождения. Только одну страницу. Одну страничку. Читали. Только одну страничку начали читать. Ну ты слушай и кушай. Она теперь тепленькая. Ну хорошо, остыла уже кашка немножко. Немножко остыла, кушай. А куда мама с папой поехали? Не знаю. Не знаешь? Залетели, как ураган, Максима. Привезли и унеслись куда-то. Домой. Домой? Да. Нет, наверное, им куда-то надо, раз они тебя мне привезли. Если бы дома сидели, навряд ли бы они уже тебя повезли в дождь ко мне. В такую плохую погоду. Такие хорошие дни были, замечательные выходные. Но нет, чтоб говорила, привезите мне выходные, Максюшку. На улице, на велосипеде покатался. Ну, а теперь куда? Погода плохая. Что, на улице делать нечего? Пашка. А. Дождь закончился, я могу идти. Дождь не закончился, зайчик мой. Он сегодня будет целый день. По прогнозам, со вчерашнего вечера. Дождик. Когда он закончится? Теперь уже, наверное, начнутся холодные-холодные денечки. Уже осень. И так уже целый месяц осени. А что это в той банке в лесах возле мармеладок? Возле мармеладок в банке? Там это самое, там какао, наверное. А сверху там сахар кусочками. Ничего интересного нет. Вот там есть рулетик. Что возле сахара? Возле сахара сахар? Возле сахара сахар, да. И рулетик купила. Что, думаю, Максюша придет, захочет попить чайку или молочка с рулетиком. С рулетиком какое словечко получается. Я не хочу. Что не хочешь? Ну ты кушай кашечку. Не хотел рулет. Не хотел, но потом захочешь. Сейчас покушаешь. Я говорю, что я хотел. Хотел, конечно, мой золотой. Конечно, мое солнышко, как я бы тебе соскучилась. Как я рада, что ты у меня сегодня, моя Любочка, мое солнышко. Ладно, хватит нам снимать. Смотрит Максюша мультфильмы, а я пошла на кухню варить обед. Максюша заказал макароны с кетчупом. Неприхотливый мальчик. Макароны с кетчупом. Утром я его кормила кашкой. Он любит рисовую кашку. Вот. И на обед будут макароны. У меня есть еще там ветчинка есть такая куриная. Но он это уже между делом это уже кушал уже с салатиком, с помидорчиком, с огуречком. Что для счастья надо? Вот несколько таких вот часов, чтобы Максюша был со мной. Я его очень-очень люблю. Конечно, сейчас я уже привыкла, что я уже, что он с мамой, с папой и не рядом со мной.
Но всегда жду. Но жду, когда же он ко мне придет, когда мы сможем обняться с ним. Я ему говорю, что я по тебе скучаю, а он мне говорит, и я по тебе тоже очень скучаю. Представляете, как это приятно? Шум, шумно очень. Телевизор тут работает, и у Максюшки там мультфильмы. Смотрит мультфильмы. Тоже соскучился по компьютеру, по мультфильмам. Вот, мы с ним играли, в мячик играли, с игрушками играли. Нормально день провели. Вот сейчас он покушает, и потом, наверное, уже за ним приедут. Но я рада. Рада, что они сегодня проспали. Жалко только, что погода испортилась. Была бы хорошая погода, мы бы сейчас с ним на улице были, он на велосипеде катался из песка. Кашу мне варил. Ой, девочки, у меня же макароны тут. Болтаю с вами, забыла, что у меня макарошки там варятся. А то переварятся, потом будут невкусные будут. Вот. Так что все замечательно. День проходит прекрасно у меня. Я сегодня подключила отопление, потому что, я бы могла, если бы Максюшки не было, могла бы немножечко утром подогреть и выключить. Так, у компьютера сидеть или у телевизора. Сегодня понедельник. Понедельник, значит, рынок закрыт, все кругом у нас тут как-то будет скучно, идти никуда не хочется, погода плохая, я даже никуда не собиралась. Видите, я даже практически не без макияжа. Чуть-чуть подвела глаза, потому что я не могу, чтобы они совершенно были никакие. Немножко стрелок, без стрелок и немножко туши. Ну и на губах тут такой бальзамчик, и все, больше ничего. Думаю, я сегодня все равно никуда не пойду. Правда, принесли мне квитанцию, что надо идти на почту получить там. Но я посмотрела, там флешка. Я заказала море флешек, чтобы все свои фотографии, видео какие-то сбросить на флешки, чтобы у меня они не висели на компьютере, не занимали там место. И если вдруг что-то случится с компьютером, чтобы все это не пропало, потому что жалко будет. Жалко ездить в отпуск, фотографировать. Это раньше я фотографировала где-то, приезжала и тут же отдавала делать фотографии. И потом это в альбом у меня фотографии, либо сбрасывала на диски. У меня на дисках тоже есть эти самые там какие-то маленькие видео. Но фотоаппарат у меня тогда был не цветной, но видео снимал. Вот, и фотки печатались. А теперь так, изредка какое-нибудь единственное, там, пару фоточек сделаешь, и все на этом. А все остальное висит на компьютере. Ну, а когда мастер приходил, говорит, если что-то накроется, так может... если вот на диске D, так оно сохранится, а если вообще компьютер накроется, то тогда все пропадет. Поэтому я вот заказала несколько флешек, вот, и теперь на флешке все перекинула, еще одна придет у меня, такая, чтобы удобно было, если мне надо фотки напечатать, чтобы на флешку скинуть и с флешкой пойти. Вот, так что вот так. Все, девочки, у меня макароны довариваются. Сейчас буду их сливать и пойду Максюшку звать обедать. Вот. Так что сегодня у меня замечательный день. День счастья. Счастья, огромного-огромного счастья.